Печальная статистика. Еще 4 человека погибли в дорожно-транспортных происшествиях за один только день. В Цивильском районе водитель ВАЗ-2115 выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. В результате ДТП водитель и две пассажирки «Лады» скончались на месте. Еще одна пассажирка легковушки с тяжелыми травмами доставлена в больницу. Водитель МАЗа после оказания медицинской помощи был отпущен домой. Чуть позже в Канашском районе «Тойота» тоже выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автомобилем ВАЗ-2114. Одна пассажирка погибла, другая и оба водителя получили травмы различной степени тяжести. Оба происшествия расследуют в ГИБДД.